Приветствую всех вас, уважаемые гости моего канала. Сегодня хочу поделиться впечатлениями об отеле Армаз Каплан Парадис, который находится в Кемере. Думаю, туристы, которые выбирают именно этот отель, моя предоставленная информация будет для них очень важна. Начну с трансфера. Трансфер состоит с аэропорта до отеля 2 часа. Морской прибор. Ты прикинь, если там с тобой мой навечно. С утра и до вечера, ночью и бесконечно. Море волнуется, губы целуются. Начнем с территории. Самый большой плюс этого отеля — это его замечательная прекрасная природа. На всей территории гостиницы растут сосны, пальмы, цветы, все вокруг цветет. Несмотря на это, комаров вечерами я пока еще не заметил. Данный отель находится на второй береговой линии, на расстоянии от моря 800 метров, приблизительно 7-8 минут ходьбы. Данная симпатичная тропинка ведет к морю. Шаттл отель предоставляет. Каждые 10 минут едет симпатичный грузовик. Чуть не забыл сказать, в этом же грузовике играет постоянная динамичная песня, которая заводит, как бы готовит вас к морю. Хочу отметить, шезлонгов не всегда хватает, так как многие туристы занимают их с утра. Матрасов на шезлонгах нету. Душевая есть, раздевалка есть, туалет тоже есть. Заход в море, как всегда, галька. Но терпимо. Конечно же, если у вас есть каралки, это вообще лучше. Вода очень чистая. Период нашего проживания всего лишь один раз был ветер. А в такую погоду в воде бывает много водорослей. Неприятно купаться. Поэтому я вам не советую. Большой плюс у этого отеля — на море есть снэк-бар. Тут соки, вода, кола, фанта, спрайт, разные спиртные напитки, алкоголь и пиво, что является большим плюсом. Если хочешь перекусить и вам неохота идти в отель, то тут вы можете поесть бургеры, картошку фри. Что касается бассейна, бассейн чистый, вода кристальная. У бассейна есть также снэк-бар. Там соки, вода, напитки, пиво, кола, фанта, спрайт, коктейли. К обеду тут шаурма, картошка фри, бургеры. Возле бассейна мороженое. Тут выдают в течение дня два раза. Фотографию я выставлю, чтобы вы посмотрели. Это днем у бассейна дают возле снэк-бара и вечером в основном в ресторане. Также около бассейна есть гюзлена кутапы. Они очень вкусные, приятные перекусы. Попробуйте их, пожалуйста, с айраном. Что касается анимации, то с утра до вечера их вообще не видно. Они начинаются только вечером для детей. Это шаблонные танцы, как во всех отелях. Иногда бывает анимация через день. Вечерняя программа для взрослых совсем скучная. Дискотеки тут вообще нет, поэтому молодежи тут нечего делать. Бары работают до 23:00, и в это же время начинается тихий час. Если у вас даже будет портативная колонка, как у нас, и вы сами захотите потанцевать и потусить, то вас попросят ее отключить. Отель состоит из двух корпусов, основной и аннекс. Лифты работают замечательно, Wi-Fi бесплатный на всей территории, скорость передачи достаточно хорошая. Но на берегу моря Wi-Fi там нет.
Отель рассчитан для семейного отдыха, так как тут много детских площадок. Аквапарк у этого отеля тоже есть, достаточно симпатичный. Что касается номера, он у нас был стандартный, и все у нас работало. Что забыл отметить, при заселении отель заполняет холодильник фантой, колой, спрайтом, водой и так далее. На этом я закончу свой видеорепортаж. Всем заранее большое спасибо за то, что просмотрели, потеряли свое драгоценное время. И буду благодарен, если поставите лайк. Всем приятного отдыха. До свидания.